друзья, всем привет! 15 октября Ярополк неизменным традициям приехал в Купель. 15 октября в России и в мире отмечаются такие праздники, как День грибов, Международный день мытья рук, День ворчунов, всех своих ворчунов поздравьте с праздником, Международный день сельских женщин, День импровизатора, но сегодня в России отмечается праздник День отца. Именно этому празднику мы посвятим наше закаливание. Поехали! Благодарен еженедельным закаливанием, что весь негатив уходит. Кто первый раз у нас? Сюда подходим, у нас традиция. Ты первый раз? Нет. Будешь первый раз? Ладно? Всех мужиков и будущих отцов. Ты же будущий отец? Да. Молодец, поехал. Раз, два, три. Поздравляю всех с Днем Отца, желаю всем отцам быть лучшими. Как твой? Здоровья, счастья, побольше любви, и чтоб не болели. К детям, да? Да. Давай, поехали. Голова, раз, два, и умница! Один из самых важных людей в жизни человека – это его отец. Он обеспечивает хорошую жизнь своему дитяти, чтобы то потом стало хорошим человеком в будущем. Я желаю всем отцам оставаться такими же добрыми и заботливыми. Какой ты красавчик, поехал. Оба. Учитесь, как надо поздравлять. Тут такие поэмы, молодец. По-русски петь? Да. Молодец. Следующий. Сегодня важный праздник Железа. Я желаю всем отцам железного терпения, железной силы воли, всегда понимающими быть, долго жить и провести хорошую жизнь. Поехал! С головой! Раз, с головой! Ниже, с головой! Вот! Отлично! Следующий! Хочу пожелать отцам нервов побольше, хорошего здоровья. Нервов побольше? Да. Нервов побольше отцам пожелать? Нет. Ты нормальный? И чтобы никто не оставил своих отцов. И чтобы дети не расстраивали да. своих отцов, да, как ты. Да. Да? Да. Следующий. Поздравляю всех отцов и будущих отцов с этим замечательным праздником. И своего в том числе. Желаю вам хороших сыновей, которые сейчас сражаются на СВО. И желаю всего вам самого наилучшего, чтобы вы жили долго и счастливо. Отлично, поехал. Раз, два. Желаю счастья, здоровья и силы. Отлично. С головой. Раз, два. О, молодец. Ну, все отцы, не будьте ворчливыми, в этими вы будете дедами. Поздравляю вас. Говорит молодой дед. Желаю всем отцам, дедам и будущим отцам вернуться с победой, здоровыми, целыми и с миром. Самое главное. Быть должно.